Привіт, друзі! Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час приєднуйтесь до нас, це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – висока поезія очами нашого земляка, азербайджанського поета, викладача Бахтіяра Маймедовича Гаджиєва, який зараз і знаходиться у нас в студії. Бахтияр Маймедович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы нашли время и заглянули к нам на огонек, в нашу студию, потому что тема нашей сегодняшней беседы – это высокая поэзия. Ну, уже само по себе это словосочетание – высокая поэзия. А вы, как никто другой, знаете, что такое высокая поэзия. Бахтияр Маймедович, я хочу акцентировать внимание наших телезрителей, что наш гость пишет на четырех языках. На русском, на украинском, на азербайджанском и на турецком. И сегодня у нас будет звучать музыка всех четырех языков, правильно? Да, Бахтияр Маймедович. Будьте добры, Бахтияр Маймедович, вы не только поэт, вы преподаете. Расскажите, пожалуйста, несколько слов о себе. Ну, спасибо, да. Конечно, сперва я хотел бы тоже представиться. Я сам родился в Грузии, да, в Борчалинском регионе, там Башкечицкого района, селение Тагарахло, в семье пчеловода, учителя. Отец был знаменитый пчеловод и учитель, и очень талантливый человек был, отец тоже. У него был и столярный талант, художественный талант и так далее. Вот в этой семье я тоже вырос. Это значит, моя родина фактически Грузия, я в Грузии родился, потому что наша община много живут, около 500 тысяч человек проживают в Грузии тоже, в территории Грузии нынешней. Вот я сам, конечно, и среднюю школу там окончил. В Грузии, да? Да, да, вы в Грузии. Знаете еще и грузинский язык, да? Да, ну, знаю так, более-менее, конечно, так, там родился же. Я там, значит, окончил среднюю школу, а высшее образование, то есть университет окончил в Баку. В Азербайджане. То есть да. Вы выросли в Грузии, а потом поехали уже учиться. Когда вошли в силу юности, вы поехали уже на родину. В Азербайджан, да, в Баку, потому что у нас связь всегда с Азербайджаном, у нас культура, народ как один, уже это поэтому. Там, и вот так получили образование там. И, ну, трудился, 15 лет работал и в средних школах там преподавал. Язык, литература и разные так. Азербайджанский язык. Да, да, в азербайджанской, да? школе работал, да. Но потом, вот в 2010 году, и до этого, кстати, я был в Николаеве. В Николаеве был несколько раз и участвовал здесь в культурных мероприятиях от Совета национальности. Так. А, меня как, очень... а как вы в Николаев? Вот вы живете в Баку и вдруг Николаев? Я приехал как гость тогда, как гость. Здесь участвовал, понравился и... У нас рада национальности тоже, было у меня вступление и так далее, и они тоже меня одобряли. А потом именно вот Совет национальности, наша рада национальности, по их приглашению вновь приехал сюда. Они пригласили для развития культуры и традиций и так далее, там, участвовать в разных мероприятиях, азербайджанское общество и так далее. И я приехал, да, уже как на окончательном, в 2010 году сюда, в Николаев. И потом, да, действительно, я много что сделал для азербайджанской общины тоже. Открыли, значит, азербайджанские школы, воскресные школы на азербайджанском языке в базе 42-й школы. Я сам и преподавал. Потом азербайджанский культурный центр открыли имени Гейдара Алиева. Там, да. Вот много что сделал, благо для азербайджанского народа. И участвовал все время там и в мероприятиях, там и турецких общин тоже. И, кстати, я сам вообще, мы сами карапапахские турки нас называют. В Грузии карапапахские турки. Вообще мы турецкого происхождения народа. Но этот у нас всегда был связь, взаимосвязь с азербайджанцами и так далее. А я хотел бы, как исторические данные, карапапахские тюрки, там у нас только с этим азербайджанцем, это в Борчалинском регионе, где я родился, разговорный диалект немного отличается. А вот в этом книге, как раз вот это, у меня разные книги, не только стихи, и исторические тоже. Вот в этом книге, вот как раз вот, я это написал, этот
отличие разные разговорные диалекты, слова, словарные речи от азербайджанского. Даже здесь я словар написал специально к этому. Вот, вот видите, многие слова там, которые там, некоторые слова есть, вообще отличаются от азербайджанского. Вот, например, я могу несколько слов сказать. Вот, например, азербайджанцы, например, морковь говорят, они кёк, так, а мы говорим зерде. Вот видите, совсем другая слова. Ну, другое слово, да, да, совсем конечно. Другая. Потом, здесь много, вот, например, пила, да, по-азербайджански это будет мишар, а по нашему диалекту это пчкэ. Представляете, да, совсем другая, да. Диалект. Вот, да, вот, потом много, вот, я, например, азербайджанский это, и вообще, еще. Ну, в общем, много так. Различия. Да, да, да. Например, если они говорят большое, вот это у нас по слову яке и так далее. Например, они говорят алов, мы говорим от и так далее. Вот так, например, если орех, они говорят коз, а мы говорим джуз. Вот это да. Вот у нас очень многие, которые, я это думал, вот здесь по странице вот именно отличительные есть черты. Это... То есть наши народы, потому что это мы тюркоговорящие народы. Это все тюркоговорящие народы очень много. Там разные ветви очень много. Но можно сказать, там. Что азербайджанский народ – это как ветвь турецкого народа? Совершенно верно. Азербайджанцы да? тоже, конечно. Они тоже там этот, азербайджанские, не только и узбекские. И в том числе мы тоже. Нас вообще в древности называли карапапахские турки. Карапапахские турки, только не перепутывайте, это каракалпакские. Uh-huh. Каракалпаки, они в Узбекистане проживают, где Нукус, там у них город, там этот, они в Узбекистане, там тоже есть. Но это не каракалпакские, а карапапахские. Что это означает? Карапапахский народ, то есть наши народы носили с древних времен черные шапки, поэтому и их назвали карапапахи. Вот я этот свои, вот, например... Древний вот этот, как раз моя дедушка, фотографии есть здесь, которые в этом книге как раз на украинском языке уже написали. Вот это, вот я покажу. Вот ну, что, да, вот у них форма одежды, вот посмотрите. Ой, какая красивая видите? Форма. И всегда вот носили кинжал. Кинжал там обязательно. Это форма одежды была. Какой как... джигит без кинжала? Да, вот это, видите, этот, и шапка, вот видите, черный. И потом, и женские формы одежды тоже покажу. Вот здесь есть вот другая, вот. А это тоже, вот карапапахский вот этот. Наши это мужики вот так были, а это женщины были так, тоже там этот. Ну, конечно, это естественно в хиджабе, но у них должны были на голове вот это золотые, как монеты, типа, либо серебряные. А если золотые или серебряные, золотые – это богатые женщины, а обыкновенные так это монетам вот так. Женщины вот так ходили. Очень там красиво, это, да. Вы знаете. И, да, это вот как раз она моя бабушка. Вот это ваша это бабушка? Это моя бабушка, да. А это дедушка. Какие красивые да. ваши бабушка. Да. Вообще, вот этот есть карапапахские турки. Ну, это вы можете сказать, а, конечно, вопрос возникает, а куда девался, почему вы не носите такое имя и так далее. Ну, вот это тоже, потому что наш народ тоже, вот это, об этом я в этой же книге пишу, вот этот репрессии сталинских времен, то есть это именно к этому репрессии наш народ тоже подвергался, к великому сожалению. То есть в сталинские времена, вот я это в этой книге... В сталинские времена кто только не подвергался. Совершенно верно. Вот в этой поэме я как раз специальный отрывок об этом я пишу. Вот видите, 37-й, это 38-е года. Значит, вот в это время сталинские репрессии подвергался, и в том числе наш народ тоже. И в том числе, то есть уже убрали такие слова, там этот карапапахский турк и так далее. А этот, рядом с нами были месхетинские турки, их вообще высылали там, а их там этот, они были отправлены на ссылку. Наш народ остался. Ну, потом, так, и в школах тоже и так далее. В общем, много что изменилось. И плюс, нашей фамилии добавлено было уже окончание Овьев. Вот вы написали только что, вот звучали Гаджиев. Гаджиев, да. Не было такой у нас такая фамилия вообще? А какая вообще? Вот как раз я в этой книге уже пишу по-настоящему, как есть же, поэтому Тюльсенемли. Тюльсенемли всегда и до сих пор между нами, наши народы, племена всегда нас называют Тюльсенемли. Вот если я поеду на родину, мне говорят, этот, он Тюльсенемли, так? А вот в репрессии времена репрессии все уничтожено.
фактически. А документ уже мы не можем, потому что, если уже, сами знаете, я сам старался, конечно, поменять, они сказали, тогда диплому, все надо, это очень через суд большой, это проблема, поэтому, вы сами знаете, это, поэтому вот так остались, а фактически у нашего, и не только у меня, и в другие фамилии тоже, не было никогда в окончании ОВ, ЕВ, не было такое. Не было, ну, да. Русифицировано, вернее, там это, не было такого, да. А это, ну, потом, это, как сказать, придуманные все там это, они, вот, например, там так же написали, там это, поэтому у нас такого не было. Гюльсенемли, вот поэтому я имя и фамилия так же, как было в древности, вот и так пишу. Вот поэтому, ну, для сохранения. Вот в этой книге я этот, об этом и пишу тоже. Но, конечно, там у нас тоже было в репрессии, годы репрессии, там многие, там этот, и знаменитые люди, и писатели, великие люди, деятели были репрессированы, даже были ГУЛАГ отправлены, уничтожены, так не вернулись многие. Как в Украине, так и у нас тоже, то есть наш народ тоже пострадал, к сожалению, великому сожалению. Но несмотря на что, поэтому мы этот не забываем, свою историю, конечно, это, как сказать, прошлое нельзя забывать. Если прошлое будем забывать, будущее не можем смотреть. Это исторические факты, отрицать тоже не можем. Не можем. Потому что, да, потому что в Украине был голодомор, потом и так далее. И в том числе колхозные времена, украинский народ тоже пострадал. И в том числе пострадал наш народ тоже. А фактически наши народы, там этот, ну, не только мой народ, и мои другие, в общем, проживающие в постсоветском пространстве, в колхозные времена, фактически наш народ был в угнетении. Это не колхозный строй, а был угнетение, да. Потому что план был огромный, там этот, каждая семья, даже я хорошо помню, там этот, даже некоторые женщины с ребенком должны страдать, обязательно в земельном участке там пахать, работать, так, никакой там льгота не было, ничего не было. Вот это очень плохо, конечно, вот эти дни. И так забывать нельзя, конечно, мы этот жили в этот период. Но вот этот, в этой книге, как историческая поэма, вот это моя историческая поэма, я все это событие тоже отмечал в этой книге, конечно. Но, кроме этого, как я сказал, в этой книге, вот в этой книге я и указывал все выходцы, там знаменитые люди от среди наших общин, нашего народа. Вот, например, вам тоже известно Нариман Нариманов, вы знаете, да? Это советское время был он политик, и в том числе он тоже был и поэт, и писатель был Нариманов. Он именно прямой мой земляк. Он, да, 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 совершенно верно. Вот он именно родился тоже в Грузии, нынешней Грузии, угу. Это да. Он, и его памятник есть, кстати, в Сарване родился, там он, да. Он был известный политик, знаменитый человек, там это Нариман Нариманов. И до сих пор, и сейчас, кстати, вот как раз я почему говорю, в этом книге показывал, я, вот, многие люди и в Азербайджане, и в России трудятся, там это многие, там это, которые знаменитые люди, выходцы из Борчалинского региона, из нашего региона, который работает. Вот, например, один пример тоже скажу. Сейчас даже ныне действующий. В Азербайджане, например, генеральный прокурор Азербайджана Захир Гасанов, он наш земляк. Он тоже именно из нашего района, да. Но он в Азербайджане работает уже, да, он фактически наш человек. Какие, да, у вас могучие связи, Батий Армамедович. Да, 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 потому что у нас очень... Вот выходцы из Борчалинского региона, очень знаменитые люди, не только поэтесы, писатели. Впервые азербайджанская пианистка была именно выходца из нашего региона. Да. И многие певицы, женщины тоже, там этот, потом поэтесы, там и до сих пор они пишут и так далее. Выходцы из нашего региона очень много. Наш регион очень красиво, но только этот, знаменитыми людьми мы можем гордиться. Мы можем гордиться и с природой, красотой. У нас и тем более, ну, 100 километров наше расстояние от Тбилиси. Там этот, ну, там у нас многие, ну, к сожалению, сейчас очень плохо, что вот это топонимы переименованы, там это, да, очень к этому жаль, да. Грузины вот, переименовали. Да, да, много переименовали, но очень жаль, это, конечно, это особенно в советские времена. Там это, кстати, в этой книге тоже показал, многие деревни и так далее, вот, например, мы, как сказали, там,
Вот я сейчас покажу и буду читать стихи. Да, Бахтин Мамедович, да, чтобы мы успели. Совершенно верно. Вот, чтобы что... вот стихи вот, читать по этому поводу, который там, где это моя родина, значит, куда-то. Сейчас я покажу. Да, ну судя по тому, какие у вас красивые бабушка и дедушка, правда, да, телезрители, какие, да, красивые люди, то эта земля, да, действительно рождает очень и очень красивые. Да, дело в том, что вот что переименовано. Вот, например, где я родился, этот раньше назывался Башкечит. Башкечит – это что это означает? Это означает самый, это, то есть крайний переход, то есть горное место, там самый уже высокий, высокогорье, там же мост есть, переход последний. Больше нет уже. Именно в этой территории, значит, образовался наш, это был раньше поселок, потом район, сейчас город уже стал. Вот здорово. Кстати, да, город, давайте почитаем, да, стихи. Вот это по этому стихе, я и по этому стихе написал, вот поэтому. Например, «Кадимден бәлліді пушинді дағы, ені дағ демекті түрше мәнасы, әземәті вардыр лап узаклардан, тәріфе лайықтыр бу дағ лап баштан. Әтәйінде вардыр чоқлы кентләрі, дәрәлерден вардыр хәм кечитләрі, сонуncu ва бөйік баш кечит ки вар, тарихе адыны бурадан салар». Вот какая видите? Вот именно, да, именно языка. Я это, значит, отмечаю, трогая именно эту часть, как раньше назывался так. Ну, природа тоже очень красивая, народы там разнообразные, там разные народы живут, очень дружно, там это великолепно, особенно летний период. И, кстати, я сам в июнь месяц как раз я был именно в нашем районе, отдыхал. Вы были там, на родине, то, на родине своей. Там это очень цветы, все горные, там очень хорошие и так далее, там замечательные самые... Самый лучший чистый воздух, родники и так далее. Ну вот поэтому у вас, наверное, и так лучатся глаза, Бахтияр, да, Мамедович, конечно, потому конечно, что в них отражается край, в котором вы родились. Конечно, советую вам тоже посещать в наш регион, наш район. Народ очень гостеприимный, добродушный. Никогда. Вот поэтому вы, когда будете, если приедете, конечно, будете действительно убедиться, с глазами увидеть, что действительно наш этот Борчалинский регион – и очень богатый регион, и очень добродушный, гостеприимный, там и духовно богато, духовно и природно богато, да. Видите, там, как все счастливо, да, соединилось. Бахтияр Мамедович, и, пожалуйста, будьте добры, еще почитать. Так, да, мы сейчас читали на... Это на азербайджанском. На азербайджанском, языке, да. И, кстати, этот, я хотел бы сказать вот а это... А то время бежит в эфире, да, да, конечно, очень быстро. У нас вот это, а это моя книга, вот эта книга, почему? Это как раз уже не стихи, это... Книга, то есть афоризмы азербайджанско-турецких народов, то есть народные афоризмы, не это философов афоризмы, а народные. Народные, потому то что есть самое сердце. Совершенно верно, потому что есть разные люди, простые люди, иногда такие знаменитые выражения бывают. Ну, там народ... этот, и это тоже, чтобы не потерялся это я все... отмечал специально для себя, и потом этот, как книга, вот видите, большую книгу какую сделал. Какую вы научную большую, да, да, работу потому проделали. Что, да, действительно, потому что накопил это все, и вот как книга уже написал. Вот, кое-что вы сначала накапливаете, а потом отдаете. Совершенно верно. Потом же, потому что, чтобы не потерялся, потому что люди разные бывают. Мы иногда, я же говорю, там, встречаем такие слова, в таком момент какой-то афоризм скажет, какие-то полезные слова говорит, такую потерять нельзя ведь тоже. Считайте, да. Вот, например, одно простое выражение. Вот, например, один говорит, это по-турецки, то есть, это турецки, потому что есть и турецкий афоризм, есть и азербайджанский тоже. Например, «девлетле пазарлык оламаз». Это что это означает? То есть, с государством торговать нельзя. Нельзя. А как красиво на турецком языке. Да, вот видите, вот это интересно. Потом... Потом один другой говорит, вот бизим бир анамыз вар, о да ватан. У нас есть, говорит, одна мать, это родина. Да, у нас есть одна мать. Это тоже один турок Мемати Бей сказал вот такое слово, вот такое это он сказал. У нас есть одна мать, это родина. Это родина. Замечательное слово, не так ли? Конечно. Конечно, родина есть родина, какая бы она ни была, ее надо любить. Правда, Бахтияр Мамедович? Конечно, конечно.
Да. И еще будьте добры, порадуйте наших телезрителей вот этой музыкой восточных языков. Да, конечно. Вот и я хотел бы там этот вот на украинском языке тоже Пожалуйста, там это да, конечно, на конечно. украинском языке, потому что вот здесь кое-что я немного, ну, много не буду читать, я по-украински напишу. И кстати, это отрывок от поэмы, значит, как раз древних женщин, это как Гульсанам ханым, она что завещал, то есть завещание ее так. Гортае календар, миттевости життя, и час летит, немов скакун в вечность. У день вчерашний вже не буде воротя, минае все, и не цисть, и не величність. Та є погляд все пильніш у день, що проміна, все зрозумліше не півні річі. Приніть молитвою душі тонка струна, під час намазу зрильоти притечі. Наш рід Гюльсенемлі пишеться ім'ям, одержанням від матері у спадок. Живе легендою величина Гюльсанам ханом у плетінні реальності і загадок. Боже Да, мой, да. Бахтияр Мамедович, какой вы молодец. Вы у нас уже, кстати, не в первый раз в студии, и вы тоже читали тогда на украинском Да, языке. вот это на И... украинском языке, конечно, так. Но я хочу, конечно, этот все книги были этот перевести, переведены, чтобы там на украинский мову тоже. Это интересно. Это вообще-то. Бахтияр Мамедович, смотрите, вы читали сейчас на украинском языке, на турецком, на А азербайджанском и на русском, потому что я обещала нашим телезрителям, Да. что будет звучать музыка Да, четырех языков. на русском тоже. Чтобы... Да, по-русски тоже так, от афоризмов тоже скажи. Хорош не тот, кто ищет в людях слабость. Да и не тот, кто ищет красоту. Хорош лишь тот, кто дарит людям радость, собою излучая простоту. Как здорово. Да, вот такое вот тоже Как афоризм. просто и одновременно как ёмко. Да. Потом еще подобное-то есть. От хороших жен мужья уходят, думая, что другая будет еще лучше. А от плохих не уходят, боятся, что попадется еще хуже. Ух ты! Подождите, Бахтияр Мамедович, маленький нюанс. Так что, для того, чтобы муж не ушел, нужно быть плохой женой? Ну, Так говорит восточная мудрость, да, вот, женщины, возьмите на вооружение. да, вот так выходит так. Поэтому вот это интересно. Какая интересная философия, какая восточная мудрость. Она, конечно, отличается от Потом, наших конечно, есть и, мудрецов. да, есть это, другой афоризм есть. Величайшая победа, победа над собой. Ну, Тоже, да, конечно, тоже да, хороший это афоризм, да. с этим не Да. поспоришь. Вот такие, значит, есть и азербайджанские афоризмы А теперь тоже. азербайджанские, Да. пожалуйста, будьте добры. Есть такая там, Büyük balıklar denizlerde üzerler. То есть это что это означает? Большие рыбы, значит, плавают в больших морях. Там. Вот. Это типа большому кораблю большое плавание? Совершенно верно, вот подобно такое, да. Потом. Это вы читаете сейчас на На азербайджанском азербайджанском, да, языке? на азербайджанском. Азербайджанские и турецкие, в них есть, А они они там похожи. схожие, похожие, да, но отличия есть, конечно, немного есть отличительные моменты, но очень сходство тоже есть. Но, в принципе, если человек знает азербайджанский язык, он поймет турецкий. Естественно. Вот как украинец поймет русского, поляка, Да, потому да, что это, да. видите, Даже азербайджанцы объединены. легче, очень легче, да, абсолютно. То есть без переводчика обойдется обязательно. То есть, если вы, допустим, попадаете в Турцию, вы свободно, вы за своего, Я и вас так примут. хорошо владею по-турецки. Ну да, это понятно, что вы владеете Да. турецким. Вы четырьмя языками Да, владеете, вы поэтому вообще это проблема умница. нету, нет, это... Турецкий язык, кстати, тоже очень богатый язык. Многие, мы как знаем же по языковедению, как
есть турецкая языковая семья. В эти языковые семьи очень многие языки входят в турецкие языковые семьи. Они там разные, там чуть-чуть отличия есть. Ну, небольшие, это, но да. В принципе понятно. Вот, можно. Например, на территории России, вот якуты, тоже тюркоговорящие народы. Якуты? Да, саха, якуты, да. Потом этот чуваши, чуваши это тюркские народы. И чукчи? Да. Чуваши, чуваши а, есть, чуваши. Чебоксары, столица, угу, да. Тоже. Вот чуваши тоже тюркские народы. Не только это башкиры, татары и так далее. Это, угу. Да, но, и, кстати, среди тюркоговорящих многие есть и христиане тоже. Вот, например, якуты тюркоговорящие, но христиане. Но христиане. Этот чуваши тоже. Вот в Молдавии живут гагаузы. Самый близкий говорящий тюркскому языку – это гагаузы. Они тоже... Тюркские народы, но этот христиане, но это проблемы нету, религиозные различия нету. Не этот, надо. Да. Бахтияр Мамедович, вы дело в том, что наше время уже совсем уже подошло к концу, время нашего прямого эфира, но мне бы хотелось несколько слов для наших телезрителей. Вот глядя им в глаза, Бахтияр да, Мамедович. Конечно, я очень благодарю, я очень рад всем зрителям, телезрителям. Потом я от души благодарю, приветствую всех горожан города Николаева. Я сам город Николаев очень люблю. Город Николаев для меня вторая родина. Это тоже забывать нельзя, потому что я очень здесь чувствую себя хорошо. Город очень интернациональный, хороший, добрый город. Так что это не хуже. Всех благодарю, желаю удачи, успехов, чтобы все мы вместе развивали культуру, традиции, язык и именно в город Николаева. Благодарю всем вам. Спасибо, Бахтияр Мамедович. Друзья мои, как вы успели заметить, Восток – дело тонкое, но и очень-очень мудрое. Ну а в Николаеве, конечно же, живут лучшие люди. Це була розмова на тему. На все добре.